Так, господа, так как до предстоящего события, назначенного нами, осталось несколько драгоценных часов с минутами, не будем произносить излишних речей, а продолжим работу. Прошу вас. Девушка, чья строгая красота не лишена грации, имеющая доход в 5000 франков, помещенных в железнодорожных акциях, желает соединиться браком с вполне порядочным человеком, вдовцом или холостяком, цветущего здоровья, жизнерадостным и не очень пожилым, на состояние не претендуя. Держу 5 сантимов. Согласна жить в живописном местечке. За подробностями обращаться, месье Кокаре. Улица Жубер, 55, Пуасси. Пуасси. Доплатных писем не присылать. Месье Кардебуа, ваш ход? Пуасси, пас. Пас. Угу. Феликс, не отвлекайтесь. Да, пожалуйста. В городке отражаются в реке, мало улиц, но зато мало улиц, но зато не заблудится никто. Тихо, тихо.